корочку у своих улиточек вечером и вот обнаружила вот такую картину. Это ничего страшного. Многие спрашивают, но моя улиточка запряталась и долго не показывается. Вот таким образом она спит. Многие говорят, что спят улиточки, потому что, может, им не нравятся условия, может, им холодно, может, им недостаточно питания. Мои улитки жили все в одинаковых условиях. Но вот из 40 моих штук, вот 4 штучки решили просто заснуть на глубокий-глубокий сон. Они лежат же так вот вниз, вот этой частью в землю. И когда они запечатывались, немножко земли туда тоже попало. Вот это вот, видно, остается вот такая вот прорезь, как бы здесь они дышат. Вот в этой и в этой улиточке видно. Вот. Я их будить не буду, пусть они спят сколько им нужно. Кому будет интересно, в следующий раз я покажу видео, как будить спящих охотин. Всем пока, до новых встреч на моем канале.